Привет, Нюша! Привет всем! Сегодня поздновато начали снимать. Ну ладно, ничего, погодка сегодня не жалует нас, не радует. Ну, делать нечего, все равно придется все делать. Ну что, начались весенние работы. Я тоже непосредственно принимаю участие. Хоть мне это и не очень нравится. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ровняй. Аккуратненько вниз. Пускай. Отличненько. Летает. Ну что там, да, я засниму. Что, подмор? Подмор. У меня голые ручки, зато лицо закрыто. И не хочу, как в прошлом году, меня чпокнули, не помню, по-моему, туда в глаз. У меня так раздулось классненько. Первым вообще трындец. Жужжат прям как летом. Потревожились-то как. Сколько его должно быть под морем? Наверное, не столько, да? Ну... Ты записывай, мы же снимаем. В следующем году проверим, столько же будет или уже не столько. Ты уверен? Во-во, я тоже думаю, что до меня они не кусались, но я вот сейчас пришла, они начнут кусаться. Блин. Ой, сколько. Подмор. Слушай, как курицы не едят подмор. Нет, есть, конечно. Нормально, закрывай, закрывай. А подушку? Ну что там? Пирога вон вывалилась, чтобы выжили, что сопли. Как она все попадала, заплеснила, ну вообще берем. Так, ну что, меняем Дони? Да, меняйте Дони. Четыре руки, конечно, хорошо. Опа. Это тебе не одному тут горячится. Ну, надо сказать, что все-таки поушные-то они полегче будут. Ну да. Чем деревянные. Уже эти личинки. Ну, сухое, хорошее. Дай-ка я у тебя там сниму эту. Пчелочку золотую? Да. Что, жало? Жало. Полезно. Все, улетело. Нет, то, что полезно, это понятно. Ну, я не очень хочу. Пошивать какая-то плесень. А что бы это значило? Может быть, кто-нибудь знает, нам подскажет. Ну, давай, урони все. Здесь ничего не было. Куда она навалилась-то сбоку? Они все слева стояли. Они жужжат. Все у них там нормально. Я вон слышу, как они жужжат. А это из этого. Что это такое? Вот это перга осыпанная. Как она осыпалась? Может, когда перевозили их, что-нибудь сыпалось? Ну, что-то странно как-то. Вроде не должно быть такого. Пакет. Денис, наливай. Наливает целую кружку. Целую кружку. Убираем из него воздух по возможности. Делаем такой как бы вакуум. Завязываем. Но пакет делаем не так, чтобы он совсем шариком был, а так, чтобы растекалось. И теперь вот этот пакетик пойдет у нас сверху в подкормку пчелам. Поехали дальше. Вакуум делается для того, чтобы пчелки могли, не развязывая пакетик, из него выпивать этот сок. И пакетик бы не разлился. Понятно?
Вакуум создает для каких целей? Для того, чтобы не разливался пакетик там внутри. Представляешь, что бы вылилось на пчел? Не повезло. Ну да. Кому не повезло? Заводчику, который бешеные бабки заплатил, да? Как бы там пополам разделит горе. Да, да. Вот вам нынешняя молодежь, да? Чего? И мы звонили и заводили, не нам. Это нам не надо, да, Денис? Это не наше. Я вам просто помогаю. Я помогатор. Помогатор. Сколько вот здесь вот из этого ряда у тебя получается пустых уже? Ну, до сих пор 6 штук. Причем, пустых? Да, причем 5 из них из дерева. А, деревянные, да? Из 12 деревянных 5. Причем странно, что по уму, которые делались, загнулись, а под полиэтиленом выжили. Да. Ну, все познается в сравнении, я давай. Вот косяк такой вот в этих ульях, в пушных, маленькая крышка. Крышка маленькая, из-за этого приходится ставить дополнительную эту. Получается, ставишь магазин. Да. Это лишний холод. Значит, надо, чтобы крышка была глубже, да? Да. Чтобы в ней было больше и пространства. Там есть у них еще, видишь, бьют. Чувствуется вроде неплохо. Положим еще. Что это такое в пакетиках? Расскажи, сироп. Пожалуйста. Это просто сироп. Сахарный. Сахарный сироп. Вот сюда положим. Думаю, лишнего не будет. Так. А подушки? Все разложил подушки? Нет, подушки есть. Но я сюда ложу. Вот одна пленка. Поскольку здесь большое расстояние до крышки. Так. Ложу сначала внизу вот так вот еще. Хоп. Так. Для тепла. Ну, чтобы оно там было, это тепло. Да. И клееночку, да? И еще одну клеенку. И так. И тогда. Вот одни делаю так, другие оставляю как есть. Ну, хочу посмотреть, будет это какой-то толк или ага. Лишние такие движения. Ну, посмотрим. Так, в принципе. Ну, на сегодняшний момент ППУшный гораздо больше выживаем. Даже маленькие отводки. Так. Здесь другое канди. А, здесь другое канди. Угу. Это из другого этого магазина, понятно. Угу. Что-то у него как-то не слили его. Все. То есть накрываем золотинками то место. Посмотрим. Ну все. Да, пошла. Будет, наверное, что-то там шея болит. Так, вот здесь тоже канди еще осталось. Пчела вот есть. Я опять же думаю, если бы нормальная крышка была в улье, ничего этого не нужно было. Просто положил, полиэтиленом накрыл. Мне кажется, у них там тепло. Хотя только, может быть, мне кажется. Тоже есть канди. Нужно добавлять. Мы пойдем из того, что лучше добавить, чем добавить. Возможно, ты неправильно скажешь. Наверное, время покажешь оставить. Да. Подушку мы чисто для деревянной готовим. Но не все выжили деревянную. Посмотрим, как здесь. Долго это все дело. Может, вы меня простите. Сделайте скидку начинающему. Семет, не ругайте. Это я подкармливал месяц назад. Даже не месяц. Больше.
не старается. Куда он брать? Погрызните. Сгиньте дерево. Подводим итоги сегодняшнего дня. Мы сегодня занимались пчелами. На улице жара. На улице солнышко, пчелы все повылетали. Ну что, сколько ты насчитал? Пчел. Пчел или не пчел? Ну, улев. Ну что, итоги? Пчелка в жопе, пчелка в ухе. Шея. Сколько в итоге улев у тебя выжило? Выжило, не знаю сколько. А умерло? Погибло. Ну, погибло сколько? Тоже не знаю. Деревянных из 11 погибло 5. Так. Ну, погоди. Нет, не 5. 4. 4. Да. Из 11 погибло 4. Питание. Пенополе улетание. Так. Погибло 8 из 30 скольки-то. Нормально. Из 32, наверное. Что-то такое. 8 из 32, это 1 четвертая получается. Это же дофига, блин. Но там были... А, нет, почему не 8? Погибло-то меньше. 6. Погибло. 6, да. 6 ульев погибло. Причем 2 улья, они вообще были не жильцы, там на двух рамках сидели. Но все равно сопротивлялись долго. Один улей, странно, тоже погиб. Что деревянный, что ППУшный. Рамок было, блин, 9 штук, там даже сокращать не было. Они там все полные ульи сидели. Что-то половину рамок меда съели, то ли не в ту сторону куда-то они двинулись, улей, туда, где меда нет. Угу. Короче, погибли. Смотрел на предмет клеща, клеща нигде не увидел. Вот, ну мы дно чистили, да, я тоже не видела клещей. Не мать, тут все равно бы я увидел, мне кажется, все вроде рассматривал. Один очень странный улей, почему-то перга валялась, откуда она там взялась. Улей живой. Улей живой. Вот потом, ладно. Время покажет, кто где это самое. В общем, не все потеряно. Восстановиться мы сможем. Ну, не знаю, посмотрим. Сегодня даже облетелись некоторые пчелы. Облетелись, это обкакались, значит. Ну, да, обосрали все вокруг. Даже я теперь понимаю, что такое облетелись. Они вылетели, холодно было, но все равно на солнышке. Ну, градусов 5-6, наверное, да? Сколько ты посмотрел? 5? Плюс 5. На солнышке ты еще теплее. Которые, да, в ухо, в нос, в шею. Ну, в общем, итог-то какой? Мы довольны? Подкормили, да. Донья поменяли, подкормили. Все теперь с кормом. Можно пока побалдеть чуток. Заниматься другим работой. Все? Да. Мы молодцы.